Час перед рассветом в Южно-Сахалинске наполнен траурным почтением, а метроном в тишине громко отчитывает секунды. Минуты молчания открыли патриотическую акцию «Свеча памяти». В день скорби 22 июня на площади Славы собрались десятки горожан. Этим мероприятием молодежь высказывает свою солидарность, поддержку, память, патриотизм, как угодно называйте. Это маленькая долика того, что мы сегодня можем сделать в память о наших дедах и прадедах, которые воевали в Великую Отечественную войну. 22 июня 1941 года. Горькая дата в истории нашей страны. 81 год назад в 4 часа утра войска нацистской Германии вероломно напали на советские города. И сегодня, десятки лет спустя, мы не имеем права забывать, сколько жертв и страданий принесла эта война. Пусть никогда не коснется вас это и ваших детей, а тем более внуков. В это утро на площади Славы южно-сахалинцы зажгли десятки лампад и выложили из них слово «Помним». Это мерцающая надпись, как общая клятва не забывать историю нашей победы, бережно охраняя печальные страницы тех событий в далеких 40-х. Будем напоминать своим детям в будущем. Тоже помнили. На акцию «Свеча памяти» жители Южно-Сахалинска пришли вместе с детьми, несмотря на ранний час. Горожане помнят, какую цену заплатили наши бабушки и деды за то, чтобы мы могли произнести это важное слово «победа». И сегодня долг каждого из нас – передать эту память следующим поколениям. Что они пережили во время войны, там, как это все началось. Ну и детям прививаем это, чтобы они не забывали, помнили об этом. Да что ты моя... Финалом акции стало возложение цветов к вечному огню. Волонтеры Победы, юноармейцы, силовики несли к мемориалу красные гвоздики. Это символ Победы, той ценность которой знакома не только ветеранам, но и молодежи. Мы занимаемся воспитанием патриотическим молодежи, ну, проводим занятия в школах, встречи в институтах, в дошкольных учреждениях. Поэтому активно принимаем полностью участие в воспитании подрастающей молодежи. Акция «Свеча памяти» прошла во всех районах Сахалинской области. В Ахе почтили имена погибших на главной городской площади. В Невельском районе жители возложили к монументу советским воинам цветы как благодарность тем, кто остался на поле боя. Олеся Львова, Анна Ленская, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ.